Yıldızdan yaktı, hey. Taştan katıra, hey. Benim terminim bayrak, hey. Geminen bayrak, uğramda min kayaş, min altın matur şeşek. Sana torma, altınını al, kut mu kirek? Business class, biz ne alıp gitsin yarak ilge. Altın kımda, tiki tiki yal iterge. Bütün banklarda buş, internet sağ bul huş. Minim bana, minim duş, minim banda, minim duş. The bit that you need. What do you see when you're looking at me? Real, real, real stuff. The bit that you need. What do you see when you're looking at me? Real, real, real stuff. The bit that you need. What do you see when you're looking at me? Bir bizning bilan ayda enim. Sure, really sick as minim re. She's the business minim full. Artık kaynar minim bit. Artık simiz kimge hit. Kimge clearance. Sabiz kuna buya bibiz. Homie, do you really wanna rock with this niggas? Sure, really sick as minim re. She's the business minim full. Artık kaynar minim bit. Artık simiz kimge hit. Kimge clearance. Sabiz kuna buya bibiz. Homie, do you really wanna rock with this niggas? Так, по поводу начать сегодня. Да, все уже начали, вроде как должны начинать, потому что все запустил, ебот настроил. Так, объясняю, почему такая ситуация произошла. Потому что должны были начать 18.10, на 17 минут задержались. Ну, ладно, это ничего страшного. Так, тут 10 человек, тут 0. Ice Wolf, Eclipse там что-то не заходит. На Cobblestone тоже парни не заходят, тут 9 из 12. Так, вроде бы все, все сейчас должны начать, потому что сервера настроены, сервера должны работать. Я могу, конечно, пойти каждый проверить. Там, где народу нет, допустим, здесь есть народ, здесь народа нет. Ну, давайте зайдем проверим как раз. Сейчас сами все проверим, и я начну стрим EL Gaming против кого-то там, не помню. На самом деле, против кого они играют, но, в общем-то, потом будет Constellations против... Constellations против North Wolf. North Wolf вернулись в наши турниры. Так, блять, какого лешего не работает? Сервер is running опять старая версия. Почему-то на 30-м сервере. Я его обновляю, он не обновляется. Это очень странно. Так, Аксель как раз из North Wolf тут вот присутствует, я вижу. 30-й сервер это какой? Это вот... Нет, это 28-й. А какой 30-й? Вот этот 30-й сервер. И почему-то на него не заходит. Хотя на нем 10 из... Так, нет, это был не 30-й, значит, сервер, это был вот этот сервер. И нам надо его, значит, обновить еще раз, потому что как-то странно он не обновился. А, так, обновление через... Обновление просто, в общем, беда в том, что обновление через... Обновление через... Как она называется? Шляпу, которая, типа, автоматически должна обновляться, почему-то не работает. Потому что, ну, я не знаю почему, вот, но она, в общем, не работает. Вот сейчас обновился и должен заработать и этот сервер. Сейчас мы его запустим, вот этот 30-й. Я не знаю, почему он не работает, но... Еще кто-то названивает на мобильный телефон, но я, в общем, не знаю, кто там звонил, поэтому это не важно. Номер не определился, значит, разговаривать не обязательно. Так, проверяем 30-й сервер еще раз. И к нему снова не коннектит или что это, я не пойму. Ладно, сейчас мы вот так проверим. Алло, можно мышки появиться, которые в КСке?
Вот так. Вот, все, работает сервер. Да, работает сервер, отлично, 30-й. Так, какой-то еще сервер должен не работать, похоже. Так, вы там что-нибудь писали, нет? Так, да, 30-й работает, надо только ебот на нем запустить теперь. Так, вот он, нашел. Вот этот матч, рестарт, старт. 30-й сервер все должен заработать. А потом какой еще? Вот этот сервер вроде как не работает. Или работает, непонятно, в общем, что на нем происходит. Нет, не работает. Сейчас его тоже обновим и проверим. Это у нас Cobblestone, это какой-то из... Какая-то странная штука. Я вроде обновляю все сервера, а обновляются некоторые. Вот, и мне это немного тут 10. Вот, сейчас обновляю еще один сервер, и вроде бы... Что там написано? Обновление успешно завершено. Проверка, обновление, обновление. Сейчас обновление... Вот, все, обновление успешно завершено. Этот сервер тоже должен заработать. Это вот этот, похоже, сервер. Запустить, да, вот сейчас он тоже должен заработать. Кто-то уже... Что там, ВК тут написал? Да, что с сервом, а что с сервом? Так, 794, это 251, 20, 251, 29, это какое-то вот этот, я так предполагаю. Нет, эти все работают, так. Так, секунду, ссылка в группе. Сейчас ждем EL Gaming, почему-то они начали без меня, значит... Так, сейчас, короче. Вот этот сервер проверяем, этот должен работать. Да, этот работает, следовательно, мы сейчас другой браузер просто открою. Так, EL Gaming появились, и Turbo вот это, я надеюсь, это он. Короче, почему вы начали-то без меня? Я сказал то, что у вас будет стрим, вы начали без меня, и, в общем-то, сервер упал, как я понял. Либо я не знаю, что произошло. Но вы начали, в общем-то, без меня, и это тоже нехорошо, потому что я сказал, что ваш стрим будет, вашего матча будет стрим. Вот. Следовательно, надо немножко вам подождать, совсем чуть-чуть. И потому что EL Gaming, Restart the Cache. Я могу вам запустить, в принципе, пистолетку. Нет, заново все будет начинать, потому что я сказал, что вы должны подождать. Так, смотрим, какой сервер у нас не работает. Этот вроде бы работает. 28-й вот это управление, это у нас 0 из 12. Eclipse против Ice Wolf, проверить надо. Алло, можно приконнектиться? Спасибо. Так... Где Кобл не работает, тут еще 6-10 не начали. 7-10 игр будут, да. Скорее, будут игры, но, в общем-то... Так, в общем, 28-й вот этот вот не работает, разное. Сейчас, секунду, секунду, секунду. Гайс, я в этом не очень-то виноват. Полная шляпа, короче, я могу вам вот... Сейчас я вам выключу. Вот, смотрите, видите эту шляпу, короче? Видите, оно все обновляется. А должно было обновиться еще хрен знает когда. Ну, то есть, вот я сейчас уже раз четвертый, наверное, всю эту парашу обновляю. Потому что она почему-то не обновляется. И сейчас ждем, пока вся эта параша закончится с этими обновлениями. И тогда мы, в общем-то, сможем спокойно начать с вами. Вот идет обновление.
Хотя я обновлял лучше. Да хватит мне ВК написывать, я сказал, чтобы на стрим зашли. Бэкап поставлю первый раунд, но там бабок, по-моему. Сейчас посмотрим, если бабки будут, то поставлю бэкап. По-моему, не будет бэкапа вот. Тут вот, тем более бэкапа нечего делать. На этом не появилось ничего. Так, где кобл не работает? Ну, подождите, видите, тут обновление сейчас идет. Сейчас разберусь со всеми серверами, и Elgaming начнет только тогда. Я сказал то, что Elgaming начинается со стрима. Почему они начали без стрима, непонятно. Так, этот сервер обновился. Это какой? Это 853-й. Это 254-28. 254-28, значит, третий надо проверять. Управление. Тут 0 из 12. Вот, как раз декобл не работает. Значит, его тоже нужно сейчас обновить. Вот. Обновить сервер. Вот все, которые перед этим, все первые два сервера, они работают уже. Сейчас осталось обновить вот эти два. И... Блин, да зайди ты на стрим. Бананца, знаешь, как у меня начинает гореть просто? Короче, я сначала не успел к первым играм к 17.10, пришлось их переносить на час. Да, я сказал то, что 7.10 будет стрим Constellation против North Wolf. Потом еще какой-то игры будет стрим, и я, в общем-то, не знаю, какой там, посмотрим. Да хватит не ВК написывать, алло, кто там? У нас игра через 20 минут, 5 минут. Я рад за вас, парни, но, в общем-то, вам придется подождать. Запустить... Запускается еще не сервер. И последний надо проверить, и все. И все должны работать. А, тут 10 из 12, тут вообще работает сервер. Отлично, значит, теперь осталось запустить только вот эти вот. Так, 251-29 надо запустить. Он должен быть здесь. Elgaming. Warm-up Knife, там все правильно. Кто на нем играет? На первом самом сервере. Вот на этом кто играет. А, ну это Elgaming как раз-таки против Синебара. Они должны сейчас начать. Дальше вот кто играет. 254-28. 254-28 надо настроить. Это 254-28. Рестарт сейчас сделаю. Всего старт. Все, сейчас запустится вот этот сервер. Должен запуститься и начать работать. И вот этот еще должен быть настроен. 254-29. Тут 4, да, осталось только включить ебота. Так... Nord... Вот этот вроде бы сейчас Good Energy. Вот этот должен быть рестарт. Тут First Tide уже идет. Тут рестарт. Старт. Вот, все, все сервера должны работать, все должно быть отлично. Сейчас настраиваю игру, и мы залетаем на стрим и начинаем. Так. Игра-то настроена. Ставим игру, заставку убираем. Так, в общем-то, все вроде бы настроил. Да, все должно работать. Сейчас приконнектимся мы к Elgaming. И Elgaming у нас играют на каком-то сервере, не помню на каком. Сейчас, секунду, локаут. My match, Elgaming. Вот, нашел Elgaming. Играют на каком? Вот на этом сервере. На 251-29. Сейчас к ним залетим. Вот этот сервер их, и на GoTV надо залететь. И можно начинать. Ну да, я так сказал, и даста второго нет, потому что вместо него Инферно. Так, вроде бы у всех должен зайти, проверьте все. И мы, в общем-то, залетаем на кэш. Ой, как громко. Матч начался, кстати, ножи. Вовремя мы залетели. Кто-то мне написывает еще. Так, ну, в общем, поменяй тогда в регламенте. А, окей, чуть позже поменяю, я просто не видел, я забыл поменять. Я всегда один регламент просто ставлю, и все, я не парюсь. Так, сейчас, пока там ножи, я сверну игру, проверю все сервера. Тут 10 из 12, но на этом мы сидим. Тут почему-то 0 из 12 до сих пор. Но я не знаю, зайдут ребята вообще играть или нет. Тут 8 из 12, тут 10 из 12. В общем, все работает, только вот
непонятно, этот сервер работает или нет, но пока мне ничего не отписались. Так, а у нас побеждают ножа Hell Gaming. Все, команда готова, как-то все равно громко получается звук. Хотя 003 уже стоит, 002 поставлю. Так, поменяй тогда в регламенте. Чуть позже поменяю, это я уже читал, да. Команда готова, Hell Gaming против Team Simnibar. Карта The Cash. Hell Gaming победители третьего турнира в нашей организации. Мы уже 1-0 вели. А, руку надо поменять, вот что надо сделать. Вот, right hand 1. Ну и все, через 9 секунд начинается игра. Давайте пройдемся по составам пока. Ну, сейчас или начнется, чтобы стрельбы не было так много. И пройдемся по составам. Все, матч начался. Live. Hell Gaming против Team Cinebar. За команду Hell Gaming играет Twitch Akensa. Akenas какой-то, Monk, Last Imagine, AMG, Yannis. За команду Cinebar играет Cinebar, играет Sevi, Torque, Midjab, Drost и Чайк. Ну и понеслась пистолетка. Ребята выходят под план Б с бомбой втроем. И первый номер решил подпушить Last Imagine. Делает минус. Там это ебот почему-то. Ой, ебот этот не показывает директ. Но минус 2 сразу от команды Cinebar в ответ. 3 в 3 ребята остаются. Есть игрок в девятке, пока его не чекают. Но делает первый минус Янис. Оттуда отличная стрельба от Дрозда. Делает минус. Нет, второй будет играть в 19.30, я думаю. Да, где-то так. Ну и выбивание. Остается последний Севи, который в капле пытается отмансовать, но у него, видимо, не получается. АМГ его замечает и ставит хедшот. 1-0 в пользу команды Hell Gaming. Вторая игра. Второй восьмерки играть в 19.30, думаю, успею. Да, 19.30 успеет, я думаю. Вот. Так, в ВК мне никто ничего не писал. Значит, вроде бы все должны начать играть. Всем удачи. И я еще раз извиняюсь за задержку. Виноват в этом не столь я. Форсба не будет. Будут играть как ребята прям на Катавице. Не хотят они отдавать 3 раунда. Попробуют продать этот раунд. И на следующем уже будет полный бай с калашами у них. Ну что, посмотрим. Сейчас пропустим пока раунд. Я проверю опять все сервера. До сих пор здесь 0. Непонятно. Так. Ладно, ну мне в личку никто не пишет, значит, скорее всего, ребята там не будут. А, да, там они отказались же играть. 9 из 12, и здесь, ну, просто 12 слотов, и здесь 10. Все отлично, все команды играют. Я возвращаюсь, ну и тут просто изи раунд для Hell Gaming. Игра, кстати, лагала, это не стрим лагал, а игра лагала, потому что я игру сворачивал. 2-0 в пользу команды Hell Gaming, и покупают девайсы на третьем раунде. Калаши будут точно у всех, а ВП... не будет ни у кого. Ну и остаются с UMP Monk. AMG вообще ничего не брал. Ну, чешку решил взять и киты. Видимо, на АВП копит данный игрок. И у нас разыгровка раунда будет. Подсадились на мидл и пушат уже. Я не сделал первый минус. Миджа падает и... Акина замечает своего противника. Ну и справляется с стрельбой немного торки. Не поверил то, что его противник остался в мэне и решил нашить. Ой, и решил перестать стрелять, но тут вышел и сделал килл. Ну, 3 в 4. Нет, 3 в 5 даже остаются ребята. 16 хэдпоинтов у Твича Кена. Истинный игрок, который получил какой-то урон. Вот Дрозд забирает Last Magina, но Янис сразу же делает минус в ответ. Вдвоем остаются, причем у Севи нету денег почему-то. Не было денег почему-то. 0-2 этот игрок идет. Остался он с армором и с диглом. Ну и... Янис с 13 хэдпоинтами умирает все-таки. Акин в этом раунде. Ну, тут слева, в общем-то, начекал. Отлично, чайку забирает. Еще и бомб может дым забрать. То есть это 2-2, и Янис с 13 хэдпоинтов. Но вот четвертый игрок поджимает уже в токсиках. И вот тут вопрос, сможет ли он его убить.
Монг читается ли он? Видимо, нет. Монг 100 хэповый. Идет спин своим юмпом. Сейчас Сэви зачекает или нет. Зачекал, справляется с стрельбой. И ребята просто перевернули. Раунд 2 в 1 уже остаются. Теперь они в большинстве. Как-то странно. Илгейминг хотели сыграть на бомбу. Пока им перед на ней. Но, в общем-то, не очень-то получилось у игроков. Они... Ну и Сэви делает последний минус. По 2 килла от Сэви и Чайки. Дрозд сделал также минус и забирают раунд свою копилку. Тим Синебар 2-1, неплохо. Но деньги у команды Ялгейминг, конечно же, есть. Под ноль закупается Янис, покупает ОП. АМГ опять у нас на чешке. 2 М-ки и 1 ФАМАС. В ответ 5 калашей, полная раскидка. Ну и будут занимать снова мидл. Подсадка на мидл, подсадка на плантиа и... Будем смотреть, чем все закончится. Сделать минус уже Янис с ВП со своего. ВП реализовал в этом раунде. Ну и 4 в 5 ребята остаются. Ну и затишье у нас пытается... У нас сделать, видимо, найти минус команда террористов. Ну, кстати, я бы на самом деле на месте команды Ялгейминг не расслаблялся, потому что в прошлый раз они расслабились и... Поплатились. Янис делает уже второй минус на миду. Открывается на него пока по одному. Есть игрок еще на подсадке, о котором Янис не знает, но пытается начекать. Получится у него начекать или нет, пока непонятно. Кстати, как-то странно выходил миджап боком. Алекс делает также... Акин, точнее, делает также минус. И, в общем-то, у нас замечает, как упал Янис, последний игрок. Почти сделал трипл килл. Неплохо. Ну, и МГ поджал своей чешкой. Слышит он своего противника. Ну, и если кто кого просто спешается. Чаки снова из Севи остаются вдвоем, кстати. Делает также снова минус. Есть игрок Пленти, но один он. Если Севи сейчас выиграет эту дуэль, то тогда план Б будет снова открыт и смогут пройти. Но, видимо, не начекает он своего противника. Отличную позицию выбрал Last Magician. Ждет, пока будет устанавливаться бомба. Никуда не открывается. Ну и, в общем-то, все правильно делает. 8 секунд, остается 7, и бомбу он просто не даст поставить. Плюс уже 5-4-3. И пошел чекать Чаки спину и проигрывает этот раунд. Еще Last Magician выходит забирать своего последнего игрока, своего противника. И 3-1 в пользу команды Ялгейминг. Вот это беда, на самом деле, потому что бомбу не поставили. Два раунда умирали очень много. Здесь остались вдвоем, здесь, правда, остались... Здесь вообще все умерли, и, в общем-то, без денег снова команда Синебар, но покупают одну флешку, 3P250, и, видимо, будет фаст выход на Б, где у нас уже откидываются... Ой, на, извините, флешки на выход, и принимают ребята вдвоем, сделали уже по минусу, Янис также присоединяется, ну и изи раунд для Ялгейминг, 4-1... Выигрывают они карту кэш, ну и денег уже нормально так подфармили. Только у Last Magician по-прежнему маловато средств. Кто-то хочет меня добавить, друзья. Как карту выбирать, не очень понятно. Выбирать еще и через Ивси, ну ладно, ладно, классный чувак. Но в ВК я отвечать не буду, я сказал зайти всем на стрим. Если ты на стриме, то тогда каждая команда вычеркивает по одной карте, пока не останется одна. Еще одно эко играет команда Синебар, и, в общем-то, это выход на 5-1, скорее всего. Янис также, кстати, я не помню, чтобы Янис играл в этой команде на прошлом капе, может, просто ник поменял. Но Торки делает минус, единственный в своей команде, и 5-1 в пользу команды Ялгейминг. Все довольно-таки неплохо пока складывается. Но деньги сейчас, кстати... О, денег достаточно, чтобы купить АВП, но никто не собирает... А, вот покупать все-таки Севи АВП. Чаки играет на том же калаше, и раскидка у команды... Тим Синебар есть. Но главное, чтобы ребята не бежали, не умирали с гранатами в руках, а куда-то хотя бы кидали свои гранаты, как-то их использовали. Last Magician решил подпушить... Под смок, и, в принципе, смок-то, кстати, нормальный такой. А где вычеркивать? На сервере? Нет, не на сервере вычеркивать, а в комментариях под постом, где написан ваш сервер. Отличный поджим вдвоем, один на подсадке, один просто пушит. АМГ делает уже минус, пытался забрать второго, но у Сэви остается 56 хэдпоинтов, и АВП почти потеряли. Вот только читают... Нет, решил уйти все-таки Акен. Видимо... Ну, или так, да, в общем-то.
Выход на мидл. Здесь Акин пытается принять. Под пунктом Б у нас стоит люркер миджап. И... Нет, вру, не люркер. Потому что их тут двое. И бомба сюда же бежит. Будут выходить двух игроков. В Last Magina и в Монка. Ну, получится у них или нет. Поджимает там же АНЖ. Плент. Монк делает еще один минус. Монк делает еще один минус. И там, в принципе, все отлично. Пока выходит у команды Ял Гейминг. Синебар, правда, делает еще один минус. Слышит он, как идет его противник с винтов. Но не получается сделать минус 6-1. Потому что капитан Constellations меня в ЧС кинул. В комментариях пока он ничего не пишет. Но это уже... Ну, ребят, там вот Аксель, если бы ты сказал то, что вы из-за бага так делали, то претензий к вам бы не было. Вы бы забрали там изи сколько, 2 спаловые из того турнира, да, вообще на изи бы забрали. А так вы говорили то, что просто... А на демке мы этого бага не видели, потому что смотрели же не на том сервере. А, Hands Josh, кстати, тут вот, да, я что-то посмотрел. Ну, эко, еще одна от команды Синобар, и, в общем-то, выход на 7-1, похоже, и Ял Гейминг по-прежнему играет очень здорово, еще с финала они раздают просто налево и направо, но тут вот теряют АВП, но не дадут забрать, делает тут просто, танцует Монг, делает один минус, делает второй минус, но, кстати, не решил самоубиться, последний игрок... Ну, просто это рил было как-то очень стрёмно, когда там килы делал. О, у нас противник нету 5 игроков, уже 20 минут ждем, они все отнекиваются и т.д. Ребята, я вам говорю, зайдите на стрим. Если ты на стриме, то окей. Если нету в течение 15 минут, то 4 игрока это минимум, с которым можно начинать. То есть 4 на 5 можете начать просто играть. Ну, либо если они захотят начинать 4 на 5, то техническое поражение, потому что ждать долго нет смысла. Вот. Ну, у нас начинает команда Team Синобар с 2 уже минусов. Остается 3 в 5. И, в принципе, 2 ВП ребята решили сыграть в этом раунде. Значит, так получается. Значит, это правильно. Ну, получили дальше разыграть. Сейчас будет намного сложнее заходить на плен с 2 авиками. Ну, так кто мне там все настрачивает? Монг делает... Да хватит не писать, ребята, ну серьезно, я же комментирую. Оставьте, пожалуйста, ВК. Сейчас я отвлекусь буквально на секундочку. Два в два уже, ребята, остаются, извините, я отошел с винтов, спрыгивает АМГ, вот Чаки убивает, который был с АВП как раз-таки. И последний игрок в пленте, о нем есть инфа, и вдвоем будут убивать, Монг делает отличный выпад, ставит хедшот и дефьюзит бомбу. 8-1 в пользу команды Ял Гейминг, не смогли они реализовать, ой, не смогла команда Синобар реализовать большинство свое, причем... 3 в 5 играли. Ну, я говорю, с 2 авиками сложно в такой ситуации, потому что 2 игрока не мобильных. Теперь 2 игрока с АВП у команды EL Gaming. Акин берет АВП, и Янис тоже берет АВП. Так, сейчас. Вот, что нужно добавить. Нужно добавить полоску. Потому что... Ну и тут поджим двери, и с ним справляется АМГ, и же вдвоем ребята остаются. Ну как-то однокалиточно опять. Ребята Ял Гейминг показывают очень сильный Counter-Strike, и у них... Что-то ничего не получается. Кстати, Northwolf, поздравляю вас с этим, с выходом из группы на аматер серии. Старладера. Видел я, что-то вашу группу заходил, увидел. 9-1 в пользу команды Ял Гейминг, и... Ну, конечно, может это как... Так, все, там ребята начали наконец-таки. Ну и с диглом играет в этот раз Чаки, 4 калаша. Ну, кстати, сколько команда уже проиграла?
много. 3-3-7. 7 раундов проиграла команда Синабар подряд. И очень сложно будет вернуться. Особенно если сейчас возьмут раунд и потом проиграют, то опять будет много эко. В 2ВП по-прежнему продолжает играть команда EL Gaming. Всех устраивает. И Чаки 48 хэдпоинтов. Миджаб 41 хэдпоинт. 41 хэдпоинт. Вот сюда. Если оппонентки написали в комментариях 45 и... Нет, главное, короче, чтобы делают, в общем, минуса, и пока ничего не интересно. Какой-то чувак мне добавляет друзья. Ну ладно, привет, привет, привет. Ну, изи катка, и я пообщаюсь пока с чатчиком, отвечу на ваши вопросы. Если оппоненты написали в комментариях ready. Нет, если они, короче... А во сколько у вас игра должна была быть? Локус. Если у вас игра в 19.10 должна была быть, то она будет в 19... Сейчас я зайду на сервер, на ебот и проверю. Думаю, как там, какие команды играют. Вот. И если там сейчас все так же легко, как и здесь, то тогда команды начнут в 19.30. Ну, в общем, так. И если они, короче, не заходят на сервер в течение 15 минут, то тогда да, тогда ТП. Либо если не заходят четвером, то играйте 4 на 5. Если не соглашаются, тогда ТП. Продолжает команда EL Gaming набирать преимущество. Вон куча чуваков. Да, комментов, что надо, видно было. Даже видосы скидывали комменты от админа. Был то, что часто по радару стреляешь. Нет, суть в том, что был баг таков, что было видно через дым. И потом это нам потом начали жаловаться. Мы потом зашли, это проверили, действительно. Так, сейчас надо зайти... так, my match, и тут, в общем-то, warm up first sight. 12-1 выигрывает Team Elect, Got Energy warm up. Это что за ком... Это какой сервер? 24-29, отлично. Это какие-то парни очень жесткие, у них 0-0 и разминка до сих пор. Не начали они до сих пор, и это, в общем-то, очень забавно, по-моему. А там 12-1. Паузу просят ребята из Синабар, будут они разговаривать, видимо. И 11-1, это 12-1, остается последний игрок Синабар, это Чаки. И я, в общем-то, не вижу, за счет чего может команда... команда Синабар здесь выигрывать раунды. Кстати, тут техническое поражение. Там, в общем-то, три сервера точно будут. Один, видимо, 254-й, который-то кто там, сейчас посмотрим. Пока у нас тут сейвит игрок, видимо, крадется, точнее, он вот Чайки крадется у нас. А, как раз таки Constellations и North Wolf задерживаться будут. Отлично. Так, что-то я там начал листать комментарии, увидел то, что у нас Nice организация, там топовые турниры мутим. Короче, гайсы, я объясняю такую ситуацию, что... фейсит вообще задерживают на несколько часов. Я задержался на час, и то я объяснил, в чем проблема, в чем беда, потому что... 12 зрителей. Нифига себе. Популярность. Вот она, популярность. В общем, я объяснил, потому что сначала я был не дома и не успевал настроить ебот. К сожалению, помощника мы так и не нашли, который мне с этим будет помогать. Вот. Потом было вот это обновление с серверами. Я не виноват в этом, как бы.
Я пытался с этим разобраться, видите, сами я как бы обновлял по несколько раз один сервер, потому что почему-то он за раз не мог обновиться. Какой пароль от... Godfit and CFU, это как раз таки, по-моему, которые до сих пор не начали. Нет, надо посмотреть, какой там сервер, в общем-то. Ну вот как бы да. Ну тут минус уже первый опять делает команда EL Gaming. Подсадку делают. А, это ранбуст даже. Прям прыгает на Сэви. Сэви должен понимать, что второй игрок в дыму не собирается он его прошивать. Но у нас 4 в 4 ребята остаются. Кстати, будем смотреть, скорее всего, две даже игры, вот которые в 19.30 должны, потому что North Wolf с Constellations там вообще будет пипец какой жесткий перенос. Так, у нас там. Там только 1-0. Только началось все. И 2-14 L-Sect выигрывает у FTS. Там. North Wolf первый начинает чекать. 13-1. И, в общем-то, это, видимо, 14-1, как я понимаю, потому что денег снова, ну, так, не так много. Закуп будет плохой, и это даже неинтересно комментировать. По-моему, North Wolf должны первый начинать. Потому что Constellations же этот был, как его, инвайт. Короче, команда... Синабар дольше ждала, чем играла, видимо. Потому что, ну, остается 3 в 3, и это может быть 13-2. А, там написано Constellations. Ну, ладно, 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 я извиняюсь. Но, в общем-то, если по логике той, которой... А, ну окей, 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 Аксель. Мне как-то... Это, если для вас принципиально, то, пожалуйста. Просто у Constellations вроде как должен быть инвайт и должны начинать вы, но, видимо, я что-то не так написал, что-то не так понял. Но тут выход план Б, и AMG с девятки делает первый минус. А, ну, в общем-то, сейчас делает еще один минус, видимо, с АВП. И да, Алекс делает еще один минус, это последний сэви. Он пытается поставить бомбу, но она ничего не даст. А... Вот, да, видите, EL Gaming тоже пишет этим стаком первая игра, и я... Извините, кашель. И я, в общем-то, тоже говорю то, что ребята какие-то новые. 13-2 в пользу команды EL Gaming. И все решит пистолетка. И это не смешно, а это рил. И первая игра, ребят. Так, 14-2, там вторая половина. Тут, в общем-то, все понятно. Тут можно останавливать. EL Gaming. А, я только что проспойлерился, как сам как не очень хороший человек. Но, в общем-то, я на ебот зашел, и там же на раунд вперед, потому что мы смотрим через GoTV, у нас минус раунд. Ну, в общем, у нас 14-2, а значит и ГГ. Вот. А на других матчах у нас First Sight 3-1 и пауза снова стоит. Спроси, как ВХ у Янис. Так, по поводу ВХ сразу говорю. Что да как делается. Вы просите демку. Вам скидывают демку. Я не знаю, как это комментирует. Ну вот, ладно, пистолетку еще можно. Тут минуса отличные происходят от команды EL Gaming. Но первый минус от тройки тоже был неплохой. И тут, в общем-то, дальше разбирается команда
AL Gaming со своими противниками. Два ребята остаются, бомба поставлена. Вот Монг сейчас, если зачекает лево, то или его не зачекают, то это отличный раунд. Не зачекали, встретились только сейчас. Монг ставит отличный хедшот и, в общем-то, делает выпад на последнего своего противника. Также ставит хедшот. 14-2 и почему-то Knight Sports против God Energy снова в паузе. 3-15 у Team Elect и FTS. Этот матч почти закончился. И пролаг какой-то у нас был. Смотрите, принципе, по счету, что ли. Сэви 8-14, Торки 7-16, Чаки 7-15, Дрозд 5-16, Миджап 0-16, АМГ 18-4, Монг 15-4, Акинс 15-6, Янис 13-6 и Last Imagine 14-9. Кстати, Типок-то не очень-то сильно раздает, но считают, что он читер. Пик карты только после того, как соперник напишет «Ready». Ну, просто если они напишут Reddy, то как они будут пикать? Я не сука СХХ, но я говорю, фильмы и обзоры игр. Зайду потом на твой канал, посмотрю, что у тебя там есть. Чё-то когда Escape нажимаю, у меня какой-то пролаг. Ну, 15-2, кстати, видимо, и, видимо, Good Game, 16-2, ну, хотя... Гайс, я вам говорю, как это работает. Вы просите демку, смотрите демку. Если замечать какие-то действительно... не проблема, а эти моменты такие, то вы говорите мне, какие моменты. Фотография какую-то нам штуку. Я не сповку. Ну, им в личку пишите. Демка в 32 тикрейт. У меня, короче, если вы хотите, у меня есть демка, которая с хостинга. Вот, если это демка, я могу вам ее скинуть, вы через нее посмотрите. Нет его лица, а от лица, которого хотите, короче. У меня просто хостинг сохраняет демки, и я вам эту демку скину. Ну, сейчас игра закончится как раз. Я могу поставить этот, как он называется, мувик. Там у меня, кстати, мувик отличный, еще покажу вам. А, вот я не сповку, как раз то, что мне скинули фотографии. Ну, вообще, это 16-2. Поздравляем команду L Gaming. Не уверен я то, что что-то смогут найти ребята. 16-2. И опять пролаг, когда я нажимаю escape. Это что-то вообще не здорово. Так, вы мне в личку напишите, какую демку вам скидывать. А у нас пауза, гайсы. Я пойду все-таки перекушу, а то сегодня еще не ел.